Добрый день, уважаемые коллеги и студенты! С 12 по 16 апреля 2021 года в Колледже информационных технологий пройдет предметная неделя цикловой методической комиссии физической культуры и начальной военной подготовки. Цель нашего мероприятия – пропаганда здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся, а также привлечение молодежи к занятиям физической культуры и спортом. На данной неделе пройдут открытые уроки, спортивные мероприятия, а также конкурс плакатов и рисунков на тему «Я за здоровый образ жизни». Приглашаем вас принять участие в нашей предметной неделе. Подробно вам о своих мероприятиях расскажут наши преподаватели физической культуры и начальной военной подготовки. Уважаемые студенты, на следующей неделе во вторник с 12 до 4 в учебном заведении главного корпуса будет проводиться соревнование по пулевой стрельбе. Мы приглашаем вас на эти соревнования. Приходите и участвуйте, соревнуйтесь и побеждайте. Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты. Я Кабдагалиев Ермек Каримович, преподаватель, организатор начальной военной технологической подготовки. Методическое объединение физической культуры и начальной военной подготовки проводит соревнования 15 апреля 12 часов в кабинете 21. Разряжение и снаряжение магазина автомата АК-74. Я Окинов Руслан Риманович, преподаватель физкультуры в колледже информационных технологий города Павлодар. Приглашаю вас на открытый урок, который состоится 13 апреля в спортзале колледжа информационных технологий в 9:50. Салем, мистерме, мен Косторомов Падыль Дюсенбайлы. Дене тәрбиесі пәндер оқытушысы 14 сәуір күні волейболдан колледж оқытушылары мен 1-ші курс студенттері арасында жолдастық кездесу және 15 сәуір күні үстел теннисінің жарысына шақырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және студенттер. Мен Алданов Рысбек Абдурасулұлы 16 сәуірде болатын 8:30-да ашық сабағыма шақырамын. Және де 12:00-де жеңіл атлетика 1 км. Келіңіздер.